За Еву. Очень специфичная есть такая штучка. Дрючка. Дамага у нее мало, правда. Ну, как-нибудь справимся. Попробуем. Курсов лабиринт. Нет. Сразу новую игру. Итак. Мы с вами... Девочка год. Бомба, отлично. Смотрите, здесь можно одну бомбу превратить в две бомбы. О, и ключ. Берем. Еще бы синий камень был бы. Так, это уже босс. Нет. Так, сюда тоже нет. Нет. Ладно, пошли направо. Ways of Space, когда-то поиграли. Не знаю, что такое. Может, оно того и не стоит. Фу, ты кидается как, а? Ящик. Геймбой. Так, вспомнил. Вспомнил, что такое. Так, блин, маловероятно, конечно, что здесь будет что-то. Ну да. Сердце. И да, на босса возьмем. Ну, старт пока так себе. Хотя вот геймбой — это классная штука. Ой, а чё это он серый? Видимо... Повреждений вообще нету. Миллион лет будем его убивать. Он почему-то вообще не прыгает на меня сверху. Только передвигается и рыгает. Это билка серого, что ли? Так он даже полегче. Правда, долгий все равно. Можно, а? Давай, я уже устал. Умри. Умри. Сдохни. Есть контакт. Плетка. Зачем она мне? Вот нафига мне плетка? Ниже. Блин, круто, но у меня нет столько... Тихо. Ах ты ж... Нате вам курицу летающую. Ну нападай на них, давай. Ну что ты, я не знаю. Нахрена нужна эта птица, если она не нападает? Что за бред? Ну давай, вот он, кусай его. Слушай, мне бракованная птица попалась. Ну, о, да, наконец-то. Вот фраг, смотри, бери его. А на какой радиус-то подойти надо? Так, здесь синий камень. Смотрите, уже как минимум две бомбы нужно. Три бомбы нужно. Здесь тоже синий камень. Даже четыре желательно бомбы. А где мне столько взять?
Вот сейчас бы какой-нибудь предмет, который 5 бомб дает. Вау. Это все прикольно, но... Мне нужно усиление моих выстрелов. Они мне все модификаторы какие-то подпихивают. Так, здесь босс. Босс-файты. Это если мы несколько сердечек найдем с вами, серых, можно будет зайти. Согласки. Тут давайте тогда ее открывать. Но нет ключа. Но нет ключа. Хотя, кстати, не факт, что здесь секретка-то была. Здесь не стопроцентный шанс был. Да, кажется, мы здесь ничего не заберем. Ого. Зеленые червяки. Я знатно птичку прикурил, да, к нему? Так. Ну это вообще трэш, ребят. Куча бабла. Блин, а нигде ничего не осталось, обо что убиться можно. Нет. Ну нафиг, я уже заново начну. Как-то совсем первые два этажа ни о чем. У-ху! Офигеть.
Начало радует. Ладно. Начало реально знатное. Нифига себе, он прыгнул. Бежим! Он год! He's gonna blow us! Войнушка. О как. Зеленый клубок. Пока паучки не видят, его надо разобрать. Ух ты. Книга, которую я никогда не видел. Space to use Monster Manual. Так, что дает? Что дает у нас мануал монстров? Я его в прошлой игре открыл, я помню. И это у нас items. Сейчас. Монстр мануал. Сам монстр рандом фамильяр. Понятно. В общем, самонит нам какую-то поддержку. Интересная комната. Так, ну мы запомнили, там две денежки лежит. Кстати, какой-то большой подвал попался. Чуть ли не максимальный, что ли. Ай, задел, гад. Так, пошли к боссу, ему нуайпчик там заодно повязаем. Что такое? Ого! Это знатно мне подсунуло. Какое начало, такое продолжение, блин, больно. А ладно, это, наверное, даже к лучшему. Бабочка, цепляйся к ней. Вроде прицепилась, да? Ого, черные патроны! Кстати, такого роба этого еще не видел. О господи, опять эта корона, опять бабло. При этом по единичке все. В прошлый раз хотя бы насыпал знатно. Так, сердца нам не нужны, в принципе, тогда вниз. Жалко, что он со мной навсегда не останется, этот роба. Бэйби. О, ну, как так? Пустите, мне нужен ключ. Ах ты ж знатная, какая засада случилась. Ничего. Первый левел такой сложный, а вы как хотели. Это Ай, закон умеет троллить. Упс. Пошли наверх. Возвращаемся. Ну, в принципе, неплохо. Хотя, если бы это были бы очки, это было бы еще лучше. Хотя бомбу не надо было тратить. О, так, ну здесь потратим, наверное, бомбу с вами потом, все потом. Ну, червячки маленькие. Они такие мягкие, простые, легкие, кажется. А потом в бомбе-то не дают прикурить. Еще один ключ, босс. В принципе... Не хочется и колется, называется. Хорошо, что у нас там внизу? Привет, парни.
Так, а, да, повреждения у нас увеличены, потому что мы вытащили классную шапку. Давай, дропни мне бомбу, пожалуйста. Ключ. Но бомбу тоже дропнулась тут. Так, не повезло, аркады нет. Денег на магазин тоже нет, но две бомбы уже. Уже хорошо. Но вот в эту комнату все равно придется, наверное, заходить. Давайте сделаем это после того, как сходим к боссу. Червяк. Давай, берем сразу себе. О, мясной шарик. Привет, мясной шар. Сам себя бомбанул. Ага. Пошли. О, доллар какой-то. Что за доллар? Это вообще тринкет, не? А, нет. Увеличивает повреждения от количества монет, которые есть у меня в наличии. Так, а гвоздь? А, понял. Да, чем больше денег, тем больше повреждений. Правда, не написано зависимость. Но, в принципе, я возьму. Money равно power. А, смотрите, у меня в глазах доллары горят. Слушайте, это нам на 99 монет надо собрать. Так. О, господи, вот это везение, а. О, бежим, бежим, бежим. И это все, что вы можете предложить мне в этой секретке. Выходим. Надо было все-таки, наверное, в секретку не ходить, надо было взрывать. Да, тупанул. Надо было войти в комнату вот с зубами, забрать все, что там есть, и выйти. Так, еще одна секретка. Давайте наведаемся. Да. Сердечные луга. Бесполезная вещь. Так, три ключа. Может быть, в магазин? Накидка-то знатная. Надо брать. Пофиг то, что у меня от денег зависит дамаг. Наберем еще денег. Накидка — это круто. Так, ну теперь нам надо всякие увеличивалки ХП. 0,04 за каждую монету мне пишут. Значит, плюс 1 за 25 монет. О, это плюс 4 дамаги за фул. Ай, как так-то попал-то? А что это с ним? Я такого первый раз вижу. Да хорош. Я такого монстра первый раз реально видел, чтобы он во все 8 сторон стрелял.
Ящик в нем ящик, а в ящике ящик. Вот сюда стрельнешь. Отлично, спасибо. Опять ключ. Я ключник. О, да, детка. Отлично, дропнулась. Да блин, умрите вы хоть кто-нибудь. Муху выпустил. По ним хрен попадешь. Есть двое. На тебе. Бомба. Наконец-то. Боссу. Блин, это уже катакомбы, там может быть босс посерьезней. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, твою. Жесть, блин, все, я скоро сдохну. Все. Хрип. Статсап. Вот это я понимаю, гриб. Всем грибам гриб. Привет, парни. Я свой. Отлично. А чё хорошего? Что мне с этим автоматом делать? Синий камень. Так. Паучки, 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 привет. Как так я вас одного выстрел-то? Да я силен. Кстати, а почему я вошел? У меня нет убралось здоровья. Сундук, который не добрать. Так, это я тоже сундук не возьму. Чё столько вкусного и нифига, никакого решения к этому нету. В принципе, грипп, он все окупает, согласен. Ты же, блин, прям на меня села, а? Сердечко выронил. Что-то бедно живем. А все, больше ничего я здесь делать не могу. Продолжаем. Ой, эти морды ненавижу. Что это такие повреждения дикие, а? Неужели это гриб меня супер героем сделал? Начинаются ключики, бомбочки. Твою мать. Пусто. Следующая часть будет еще круче. Зайдите на thebinding.com или .net. К сожалению, точно не вспомню. Здесь стоит, по-моему, ломануть. Жалко, что я здесь взорву, то этот не взорвется. Ого! Пип.
Пилюля. Чтобы узнать, что эта пилюля дает. Пилюля. Айда на боссе используем. Pretty fly for a white guy. Тихо, 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 тихо. Накидал тут. Эти толстые мухи, они очень, очень вредные. В большинстве своем несут только негатив. Потому что повреждения у нас бешеные. Оп, ХП. Так, пойдем допроведаем, что тут на уровне есть. Главный геймплей, да. Классная комната, я ее хочу. Супер ласт. Давай, давай, гонись за мной. Я очень много бомб. Давай, один плюс один. Ключ дропнул. В принципе, ключик тоже хорошо. Пилюля, пилюля, пилюля. Опасно это дело, пилюли жрать. О, что-то очень знакомое, но что не помню. Fate up. Розари. Давно я очень поднимал этот предмет, забыл что. 3 soul heart and increase chance. Ага. Библию нам подсунут в магазине. Чуть что. Так, ломаем, наверное, здесь. Берем. Как так? Ну, блин. Пофиг. Клон положил бомбу, чтобы она же на две клетки пробивает. Ого, бомбовозки. Так. Промазал. Тихо, тихо. Все, хана моей задумки. Нет, нет, не кусай ее. Что ты творишь, птица? Хотел повзрывать около стенок. Ого! Вот это знатно. О, еще больше бабла. Так, 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 так. Давай, да. Бомбецкого нам выдали. Война, 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 гаси его. Так, мухосёры. Дамаг-то у нас классный. Не жалуемся. Ладно, бомбу раздобыли зато.
Выгодно слить все красные сердца и бегать с серыми. Выгодно, да. Но для этого нам нужно найти... одну такую вещь. Нет, да что же вы делаете? Твою налево, я сейчас все серые солью сердца. Да умрите вы уже там где-нибудь. Нифига себе, мою птицу унесло. Да все. Да удаляй. Приступи к рабизму какие. Просто. О, как так можно было на это попасть? Тихо, не нервничаем. Оп, тихо. Есть. Она добавляет еще жизни. Мать, игра не хочет, чтобы мы убавляли себе жизнь. Она хочет нам добавить жизнь. А вот она и Библия, да? Что Библия там флайнг дает, да? Там еще какая-то ачивка есть убить Библии, да? Дойдем с Библией до конца, как вы думаете? Давайте. Бомбу возьмем. Пока деньги есть, надо шиковать. Так, что здесь? Эти Библии перезарядка 6 комнат. Нифига себе. Так, ну что, пошли найдем секретку. Она, наверное, где-то здесь. Над магазином. Нет. Значит, возможно, она где-то здесь. Тоже нет. Блин, тогда вариантов много. Можно легко не угадать. Не, бесполезняк тут тогда искать. Так вот Библию ради монетки завязал. Аркадка. О, как. Бонус. А давайте сходим сначала почистим уровень, что ли. Вот это хорошо, вот лежит. Только ключа нет мне, кстати, пройти дальше.
Ну-ну-ну-ну-ну. Сердечко. Оставим его пока здесь полежать. Чего не приемся? Пол сердца. Повоюем. Увернулся. Нет, мясные чуваки. Ща мой цыпленок их всех сожрет. Бошки, бошки, бошки. А вот и ключ. Хорошо. Ох, как мы бегаем классно. Обожаю, когда я быстро бегаю. Так. Нет уж, я тогда с Библией пойду дальше. Минус. Так взорвать? Чтобы мостик сделать и пройти. Что-то я пока не вижу решения. О, парни, 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 бросайте это дело, я свой. Там ничего нету. А здесь? Брось, брось бомбу. И здесь ничего нету. Хорошо, ладно, проверили. Зеленый апельсин. Опа, 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 парни. Я вас знаю. О, серое сердечко. Неужели я что-то какой-то предмет где-то подобрал, что он серые сердца мне теперь часто так дает? Уже два лежит. Опять эти ребята. Паровозоводы. Снова ключик. Вот ты спас. Посмотрите, насколько далеко идет этот уровень. Доходит до босса. Тогда к боссу. Ох ты, какой шустрый! За ним птица угнаться не может. Какая-то, кстати, модификация босса. Я бы не сказал, что он сложный в таком исполнении. Опять хп. Опять нам дают наращивать хп. Так. Всем привет, привет, видите, здравствуй. Топ-шоп принцесс улыбается нам. А комнату с короной открывали? Да, там фигня лежит. Так, мы сейчас, наверное, сначала в аркаду.
Люли. Я жду прямо сейчас с первого раза. А почему со мной птичка все время летает? Я здесь успел. А, я же здесь поранился. Точно. Ну да, птица, убей ее. Это же птица, которая не ест мух. Ужас. Не дай бог вам с такой столкнуться. Что-то автомат сверху меня больше радует своим дропом. О, этот порадовал. А я так знатно быстро бегаю-то, а? Героя зовут Ева. О, спасибо. Муха. Деньги. Так, ну пока мы деньги не теряем. Наша задача взорвать автомат по добыче крови. Надеяться, что оттуда выпадет запасной мешок. Удачно. Серое сердечко. Муха. Черная монетка. Да взорвись ты уже, автомат. Хорош. Он продолжает наше с вами мучение. Упс. О, сейчас может все закончится говном на голове, да. Все закончилось говном на голове, как я и говорил. Ну а теперь у нас два автомата. О! Бинго. Пилюля. Сожрем. Плохо. Жалко, что Библию мы здесь не оставим с вами. Поэтому придется с этого этапа вынести как можно больше денег. Сейчас мы взорвем этот автомат. Перегреем его, точнее говоря. Пойдем собирать все сердца, которые еще на этапе остались. Наделаем себе где-то вот. Так, видите, давай эффект кредитки. К сожалению, у меня три карты Temperance не выпало, поэтому... Ой, две карты Temperance тогда у нас выпало. That's... Что минус один?
Магаз. Да, еще в магаз сходим, не волнуйтесь. Деньги есть. Есть Меллер. Надо взорвать этот аппарат. Теория вероятности вот с этим мешком для сдачи крови и вот этим вот агрегатом я буду только зарабатывать деньги. Ну, сами вы знаете, теория вероятности это такая вещь, которая измеряет показатель удачи, блин. Опа, пилюля. I found pills. О, муха вокруг меня летает. Желтая пилюля. Еще больше мух. Опять желтая пилюля. А вокруг меня уже три мухи летают. Вот мне эти pretty flies уже не нужны. Снова pretty fly, офигеть. Это три мухи, летающие вокруг вас, черненькие. Да, они очень классно блокируют патроны. Ну, конечно, вероятность небольшая, что они прям заблокируют входящий дамаг. И... Так, кто, ребят, догадается, где может лежать клетка? Обыкновенная. Секретикус обыкновенникус. Потому что я что-то поломал голову. А, она может быть вот здесь. Да. Ох, рог единорога. Блин, отличный артефакт. Но мы решили с Библии идти. Так, все, магаз. Супер. Сюда надо было с рогом заходить. Сейчас меня мухи спасли от его залпа. Предыдущего. Как-то бедно получилось, что я могу сказать. Давайте накачаем еще себе немножко монет. Так, это у нас катакомбы 2, да, хватит. То еще сольемся там. Я хотел посмотреть, что дает Red Patch. Там, по-моему, фигня какая-то. Но все-таки надо бы знать. Ой, после получения повреждений шанс увеличить повреждение. Ненавижу. Ага. Так, вот этих ребят рвет просто от вида только моего. Опа. Сердечко. Ого. Ой, ёшкин кот.
Попрошайкин. А, это детонатор, это даже не взрыв-пакет. По-моему, одна из самых бесполезных активов в игре просто. Мне везет. Ну давай. Лобок колючки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А у меня говно на голове. Ха-ха-ха. Твои мухи бессильны мне причинить вред. Блин, отстой ты какой, ненавижу. Давай, сердечко, сдохни. Так, здесь хотя бы маневр есть место. Фух. Надо же, я масок убил. Так, здесь мы помним тебя, да. Прошайка, это хорошо, тем более у нас много монет. И тебя мы тоже запомним. Ой. Стрельнул, блин. Сам убил всех вокруг. Опять маски. Тихо. Вот здесь нам понадобится полет, ребят. Все равно долбает меня. Но если бы я полет не изучил, не повязал, я думаю, я бы тут еще сильнее встрял. Магаз. Еще один попрошайка. Слушайте, мне на всех денег не хватит. Плащик. Синяя пилюля отстойная. Так, запомнили, здесь плащик. Это удивительно, а? 99 ключей. Давай посражаемся. Паучок. Раньше паучка не спавнилась вместе с ним. Ай, уснул. Ага. Ну ладно, здесь пусть моя курица справляется. В конце мне одну денежку выдали. Теперь ключами можно открывать все подряд. Так.
принципе, никого на голове эти мне не страшны. Главное, наверное, улей сейчас взорвать. А то белые мухи мне срок кусать будут, наверное. О, черная муха. Вот это взрывоопасная вещь. Опа. Еще один автомат. Извини, ты лишний. Так, босс Некрополис 1. Ну, есть такое дело. Уже моя птица за кубиком увязалась. Вот чё. Цац, кубик. Алло. Не надо так. Ого! Ангелова комната открылась. Меч был. Нитро. Спасибо. Что тут у нас вообще с повреждениями совсем? Как-то слабенько выглядит это все. Так, Хиерофант. Там какая-то фигня должна быть. Как играется, только зашел. Да вот. Вроде бы неплохо, смотри, здоровья много, но как по повреждениям уже проседать начал. А, два соло харта спавнит. Отличная вещь, слушайте. Берем. Так, ну суперсекретку найти тут надо постараться будет, хотя я могу предположить, что она где-то... Где-то... Вот там будет. Где-то вот в этой комнате наверняка. Нет, неверное предположение. Ничего не может быть. Да ладно. Попрошайка выдал маленькую попрошайку. В принципе, может быть, это и хорошо. Давай, не собирай. Так, нафидонили попрошайку. Есть еще одно место, где может быть... А, стоп, у нас еще один попрошайка где-то есть. Вот там. Давайте заодно проверим, может быть, здесь есть секретка. Уч. Нету. Вот так вот. Так, хорошо. Так, хорошо.
Разбираемся с автоматами потихоньку. Так, суперсекретка. Суперсекретка еще вот здесь, может быть, вниз. Ты куда? Ах ты ж маленькая засранец, а? Тролль-бомба. Зашибись. Так, что еще? Значит, мы все нашли, осталось только поторговаться. Автоматы поиграться. В принципе, денег много. Но все тратить здесь нельзя. Нам нужно еще оставить на возможную аркаду. Он мне все тратить не дает. Так, ну остался последний агрегат. Не придешь на стрим, а Витя с какахой на голове. По-моему, вот это и то лучше, чем Red Patch. Вот фигня. Знаешь, ну, какаха на голове — это признак... Классно. Две монеты. Одна монета. Все. Вот ты тварь, а? Он опять отодвинул бомбу. Пофиг, блин. Ну ты хоть ценное что выдай. Выдал, блин, ценное. Так, а как мне теперь брать канцер? Да где ты мой рак-то? Ох. Блин, тут серое сердце забыл. О, пофиг. Погнали. Так, здесь у нас будет мамо. О, вот это бастион, а? Такой подобрал. Ну чё я сижу, надо брать. Парни, парни, тебе в животе что-то завелось. О, золотой ключик.
У меня золотой ключ, пустите меня. Пустите меня. О, еще больше бомб. О, да, детка. Это только для меня вещь. Так, все. Держи, называется, кипиш начинаем. Да уйдите вы от меня. Я игра-то тролль. А вот и скидочка. Опа. Здесь нигде нет секреток. Нашел. Эй, хорош жрать мои деньги. Ладно. Сердечко. Так, а стоп. А ладно. Мне ж теперь канцер этот не нужен. У меня теперь бомбы. Везет мне на тролль бомбы. Вот это да. Опа, чап. Какой-то большой, кстати. Он бомбу сажал. Вот гад. Сажал мою бомбу. А этот все ходит. Прет монетки мои, а? Вот так вот даже, да? Так, у нас тут аркада намечается, да, почти. The Lovers. О, супер. Ну давайте пока спустим. Вот так вот даже. Не получилось спустить. Так, Эмперор у нас. Четыре, да? В босс-рум телепортит. А, здесь у нас мама. Босс-рум. Нет, я еще похожу тогда. Ох ты ж. Ой. На свежь бомбу нарываюсь. Да парни, успокойтесь, елки.
что-то я налажал, реально. Слушайте, а почему он у меня желтый какой-то стал? Я про парня, который деньги ворует все время. Да как вас остановить-то? Фу. Так, еще суперсекретку надо найти. Че, лаверсов-то там оставил? До босс-рума я и так дойду. Что с попрошайкой? А я не знаю, что с ним было, он почему-то светился. Почему-то я... Ах ты гад! Начал фейлить у синего. Да сдохни ты там уже, сердце. Там могла еще секретка быть. Так. Ненужная вещь совершенно. Не мам сперл нужен. Проглоти бомбу. Бомбу сожги, говорю. Опа. Вот. Ключ. Вознаградили меня. Прошайки, на. Ой. А, все. Так, сейчас я жму пробел и побеждаю, да? Who's the man? I'm the man. Чьи туфля, блин? Видите, когда спать? Ну, еще чуть-чуть времени. Да, пакет крови я взял. Так, 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 так. Блин, у нас нету с вами ни компаса, ничего. Это я знатно его на бомбу-то посадил. Так, секреточка. Это зачем я собрал эти деньги? Надо было мелкому отдать. Ого! Знатно. Как? А, посчитали, что он выстрелить успел, да? Понял. Нет. Ой! Глаз, привет. Так, а чё я суперсекретку не ищу?
Здесь ее не может быть. А, я там по кругу вообще прошел. И смысл тогда в ту комнату идти не вижу. Так, вниз. Ого! За это спасибо. Кстати, я босса нашел. Ну, здесь больше искать нечего, наверное, сразу на босса. Ой, Сколикс. Ого! Не знал, что это будет так просто. Главное попасть ему в жопу. Есть. Ого! Вот плетка как бы мне нафиг не сдалась, а вот ангельская комната. Спасибо. Это что это? Бомба. Давайте проверим еще на наличие суперсекретки. Может что-то быть. Именно те комнаты, в которых я был. В принципе, все. Поехали. Следующий уровень. Там нам главное до босса дойти, а потом нажать пробел. Так, куда пойти, куда податься? Чё круг набил? Ай, блин, опять собрал. Извини, малыш. Все для тебя. О! Еще один такой малыш, только к нему надо как-то пробраться. Так, чтобы малыша не убить. О. О, спасибо. Что за карта? The Stars. Стоп, а Stars он самой телепортит, по-моему, куда-то. Да, в Treasure Room. Не, мне такая не нужна. Опа, на Wheel of Fortune. Ну давай. Сердечками кормят. Temperance. Блин, а здесь хреново им пользоваться. Хотя бы взорвать можно будет автомат. Может, какой-нибудь серых сердечек надавал, а? Мне прям денег не жалко. Опа, она еще и батарейку выдал. Так. Ага. А-а-а, я сам все зажал. Ладно.
Вот это везение! Мне даже лаверсов не надо будет применять. The Stars. Смотрите, сколько они мне тут сердец понадавали. Так, все это взрываем нафиг. Пилюлю еще какую-то дали. Неизвестную, кстати. Ой, да, чекнем ее. Фейл сап. Вот так вот. Так, здесь еще может быть секретка, да? Хорошая комната, мне понравилось. Поехали дальше. Где ты от меня прицепились? Так, что за карта? High priced. Не сдался. Стоп. Тоже high price достает. Не нужно. Так, кусачья комната. Она откусит от меня большой кусок, кстати. Все повреждения в бомбе в два раза больше. Ну, в смысле, одно сердечко. Минимальное повреждение, одно сердечко. Ограничение, прикиньте. Ой, блин, опять я деньги собираю. Ну что ж я... Так, налево, направо, наверное, все-таки. Оптом. Блин, у меня денег уже нету. У тебя две денежки есть? Чу-чу-чу-чу. О, сердечко дал. Ржавый ключик. Не сдался. Гась, он зафигарил бомбу. Так. Значит, все-таки да, пошел. Может быть, вниз? Айда вниз. Так, глаз это халява. Блоки. Тоже фигня. О, что-то мне кажется, там тупик какой-то будет. Что у меня? Между с управлением. Я нажимаю кнопку, а у меня только через некоторое время происходит движение. О, отлагало. Выходи давай оттуда. Пилюля. О, опять. Что за фигня? Вот опять это случилось. Я не понял.
Вот теперь не факт, что я пройду ее. Вот, ну, и дальше что происходит? Вот я нажимаю кнопочку просто. Во, сейчас нормально. Вот сейчас нажал кнопку. Точно так же. У кого-нибудь было такое? Так, пока вроде нормально. Блин, сказал, пока вроде нормально, и тут же повис. Да убегай уже оттуда. Нет! Твою мать! Отвисни! Жесть какая-то просто. Как так играть-то можно? Я как пьяный ежик вообще хожу. Зачем делать видео с задержкой? Да не делал я видео с задержкой. Я вот тыкаю кнопку, вот смотрите, я вот тыкнул один раз кнопку, она бежит полкарты. Что за фигня? Я не знаю, что делать. У меня что-то запущено дикое. Нет. Ничего такого не запущено. Это дико. Нет, это флеш лагает, видимо, каким-то образом страшно. Как это вылечить, я не знаю, к сожалению. Теперь тебя спасет только Библия. Да уж. Не, реально, реально, задержка проходит все мои команды. Иногда, при том. Когда-то они проходят нормально, вот как сейчас. Я бегаю по квадрату. Вот, вот, вот все, понесло. Как будто я держу кнопку направо долго, налево. Жесть. Я пилюль переел. Я никогда не читал такого эффекта от пилюль. Я даже в комнату войти не могу. Да до босса я уже дополз. Да не, ну не может настолько все плохо быть. Хорош. Я почитаю сейчас про пилюли, погодите. Я более чем уверен, что это невозможно, чтобы это пилюли были. Да ничего нет такого про пилюли. Дай мне войти в эти ворота. Слава богу. Здесь только один пробел нажать. Блин. Не, ребят, главного босса я не убью с такими лагами, к сожалению. Я просто не смогу. Там, во-первых, по шуалу до него идти надо будет.
А во-вторых, самого босса еще попробуй убей. С такими-то лагами нет. Так, давайте намечаемся на сундук и заканчиваем тогда. Да хорош. Все. Сундук! Привет! Опа! В окне запусти, а оно в окне у меня и запущено. Ух ты! Шнурок! Айзек повесился на шнурке.